С разгромным счетом 28-6 северостинские регбисты одержали победу над командой из Грозного. В минувшую субботу в рамках чемпионата СКФО по регби состоялся матч между командами «Сарматы» и «Грозный». Поболеть за команды на стадион Горно-металлургического института пришли десятки болельщиков. По словам тренера, матч получился напряженным и нелегким. Ребята показали себя достойно. Отметим, что это второй матч чемпионата. Первый состоялся в городе Баксан, где встретились команды города Нальчика и Владикавказа. Целью первенства является популяризация регби как массового вида спорта. Зрелищность и перспективность регби уже оценили во всех северокавказских республиках, где оно активно набирает обороты популярности. Сегодня вышло очень много новеньких. Это был даже, можно сказать, дебютный матч для них. И мы учили комбинации, мы учили какие-то розыгрыши. Соперник был у нас очень хороший. Соперник очень сильный был. И мы играем на одном уровне, и они, и мы только молодая команда.